Приветствую всех в зале Ludus Войковская. Сегодня мы посмотрим самостраховку и базовые элементы акробатики для детей. Начинаем с самого простого. Ложимся на спину. Ноги поднимаем. Подбородок прижимаем к груди. Руки скрещиваем. И 10 раз страхуемся. Следующий. На ноги встаем. Группировка. Назад. Перекатываемся. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. 10 раз делаем. Колени к груди прижимаем. Отлично. Теперь соединяем все вместе с руками. Назад страхуемся, руками об татами бьемся и потом группируемся. Оп. Страхуйся, страхуйся. Со стойки делаем то же самое. 10 раз. Приседаем. Встаем. Подбородок прижимаем к груди все время. Не забиваем. Подбородок прижимать к груди. Теперь переходим в боковую страховку. Ложимся на бок. Подбородок прижимаем к груди и к плечу. Страхуемся в одну сторону, потом в другую. Марк, посмотри. Посмотрите, как я делаю, так же сделать, как я делаю. Правую ножку вперед и на правый бок падаем. Левую ногу вперед. Подбородок прижимаем к груди и к плечу. Кош. 10 раз делай. Теперь со стойки. Сначала смотрим. Ножку убираем. Какую ногу убираем, на тот бок падаем. Раз. Страховаться не забиваем. Подбородок прижимаем к груди, к плечу. Нет, страхуйся, да, страхуйся. Саш, на плечо. Рука под 45 градусов. Вот, правильно. Теперь следующее. Делаем страховку вперед. Опускаемся на колени. Руки перед собой. Сначала смотрим. Потом выполняем. Падаем. Руки сгибаем. Десять раз. Вот, да, все. Отлично. Боковую страховку в темп-шагом выполняем. Все помним, да? Да. Сначала посмотрим на меня, потом делаем все. Туда делаем. Обратно идем. По стеночке идем.
Вы идете по здесь. Смотрим. Раз, два, ножку убираем, падаем. Еще раз. Раз, ножку убираем. То же самое обратно. Пешком идем, потом наоборот. Надо через другое плечо. Раз, ножку убираем, падаем. Еще раз. Начали. Страховаться не забываем. Дань, страхуйся. Давай, Лев. Давай. Иди сюда, Кирилл. Кирилл, вот сюда иди давай. Через другое плечо. Дань, давай. Делай еще через другое плечо. Страхуйся, Дань. Давай, давай, Миш, через другое плечо. Теперь делаем майюкеми вперед. Отпускаемся на колено. Если левое колено наверху, левая рука сверху ставите. Правую руку ставлю на уровне стопы. Оп, поставил. Левую руку сверху. Немножко вперед потянулся, посмотрел направо и кувыркнулся. Еще раз. Теперь правая. Если правая нога стоит, какая рука сверху идет? Правая рука. Левую руку ставим, правую руку сверху. Немножко вперед, смотрим налево. И через плечо кувыркаемся. Давайте. Давай, Алексей, ты же умеешь. Пошли, пошли, Стёп, давай. О, молодец. Давай, дай. Отлично. Марк, через плечо. Как неудобно. Давай, Дэн, давай еще. За два Димом, давай. То же самое делаем со стойки. То, что мы умеем. Со стойки. Через плечо смотрим. Если через правое плечо, смотрим налево. Если через левое плечо, направо смотрим. Страховаться обязательно, чтобы я звук слышал. Еще раз. Начали. Давай, Дань. Молодец, страхуйся только. Давай, Вадим. Марк, что это такое? Во время кувырков вперед обязательно должны делать что? Группировку. Правильно, группировка. Во время кувырков страховка не делается. Как мы делаем? Ручки ставим, касаемся затылком или совсем не касаемся. Вот кто не может, кто может не коснуться, вообще совсем головой не касается. Кто не может, затылком касаемся. В конце группируемся. Поставили, кувыркнулись, встали. Опять руки поставили, кувыркнулись, встали. Руки поставили. Марк, пропусти его вперед. Лев, группируйся. Вот, ты отсюда начни. Давай.
Теперь следующее. Переходим к кувырку назад. Во время кувырка назад сначала делаем без страховки. Голову убираем в сторону, перекатываемся через плечо. Раз. Голову. Если через левое плечо перекатываемся, то убираем голову направо. Если через правое плечо, голову налево. Голову убираем. На ноги. Еще раз. Теперь наоборот. Голову сюда убираем, через правое плечо. Голову убрали, перекатились. Давай, Гош. И что с тобой делаем? Вот еще дальше, еще дальше. Тань, не слушай их. Назад, назад кувырок. Оп. Теперь добавляем самостраховку назад. И встаем в стойку обязательно. Смотрим. Приготовились? Начали! Страхуемся, Дань. В стойку встаем, Марк. В стойку встаем и страхуемся обязательно. Подбородок прижимаем к груди. Делаем. Делай, давай, давай, делай, курок. Страхуйся. Следующий делаем колесо. Так, все умеем колесо. А вначале до колеса что мы учили? Обезьянку. Так что сначала делаем обезьянку. Смотрим, как делается обезьянка. Обезьянка делается для того, чтобы научиться колесо делать. Поэтому делаем обезьянку. Встаем на линию. Ручки перепрыгиваем. Очень важно, чтобы таз высоко поднять. Чем выше таз поднимем, чем быстрее научимся колесо делать. Руки ставим на одну линию. Пока рано. Давай, Дань, давай. Теперь в другую сторону, да. Прыгай выше. Машина. Таз выше поднимаем. Марк, на колени не делаем. Теперь делаем колесо. Так, смотрим, как делаем колесо. Ставим. Тихо. Встаем боком. Правую ногу. Направление движения колесу даем. Поворачиваем стопу. Смотрим. Не вот так стоим стопами, а правую стопу, переднюю ногу разворачиваем. Оп. Руки и ноги ставим на одну линию. Сначала идет правая рука, потом левая, потом раз, левая нога, потом правая нога. Стопы поворачиваем. Еще раз. Приготовились. Начали. Колесо, Дань, давай, ты же умеешь. Мах сильнее делай. Давай, давай. Стараемся ноги прямо держать. Отдохни.
Приходите тренироваться в Лудус Войковска и подписывайтесь на канал Blood and Sweat. Пос! Пос! И мы сегодня рассмотрим три варианта бросания в этом зале. Бросок начинается с классического захвата. Моя задача взять левой рукой захват под локоть. Таким образом, чтобы его локоть прямо загрузить. Выключить локоть.